В правительстве Дагестана прошло рабочее совещание под председательством первого вице-премьера Анатолия Карибова. Обсудили вопросы проведения госзакупок за первый квартал 2014 года, готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону, а также ход подготовки к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной. В Дагестане сегодня 541 ветеран войны, еще 6 ветеранов-дагестанцев живут в Москве. Все они к празднику вместе с поздравлениями получат по 20 тысяч рублей. Герои Советского Союза и России по 250 тысяч. На совещании обсудили готовность памятников и обелисков к празднованию Дня Победы. Говорили о том, какие мероприятия планируют организовать в районах и городах Дагестана в эти дни.